Всем привет, зрители и подписчики канала на YouTube! Всем привет! Итак, сегодня мы снимаем первый наш челлендж. Надеемся, вы нас поддержите своими лайками, своими комментариями. И в дальнейшем мы будем делать еще интереснее челленджи с детками. Так, ну что, сегодня у нас такой наш первый челлендж. Мы еще ни разу его не делали. У нас есть такие шарики. В каждом шарике тут 9 шаров. В каждом шарике лежит по записке тут с загадкой. Каждый из детей, кто лопает первый шарик? Нет, по очереди начинаем. Достает записку, я зачитываю загадку и дается три попытки, чтобы отгадать. Никто не выкрикивает, никто не помогает друг другу. Подожди, Илюша. Кто какой выберет, неважно, подарки будут всем. Главное отгадать загадку. Лопать мы будем с помощью вот такого иголки. Да, каждый будет брать иголочку в руки и лопать шарик. Что-то типа того. Затем он отгадывает загадку и получает свой приз. Тут у нас стоит ящик с подарками, да, с призами. Так, кто у нас будет первый? Владик. Сейчас будем приступать. Так, отгадайте или нет, дайте все равно ответ. Какой ты шарик выбираешь, Владик? Синий. Лопаем первый шар. О, где наша записка? Давай, открывай полностью. Такая красная записка с заданием. Ха, Владик. Сдобный маленький хлебец он, что с изюмом очень сладкий, сверху с горкой белой пудрой, снизу ровненький и гладкий. Кекс. Правильно, Владик, молодец, с первой попытки сразу угадал. И мы Владику вручаем приз, конечно, без белой начинки сверху, такие мини-кексики. Дальше продолжаем. Давай, Илюша. Аккуратно. Только аккуратно с иголочкой. Какой ты будешь, зеленый? Вот. О, записка даже улетела. Давай маме иголку. Так. Открывай полностью. Что там у нас для Илюши? Илюша, слушай нас внимательно. Она растает на руках и след оставит на губах. И сладенький вкус ее загадка. Зовут ее все. Албу. Молодец, только никто никому не подсказывает. Так нечестно. Почему нечестно? Ты должен догадаться сам. Ну что, Илюша заработал свой первый приз? Да. Как вы думаете? Ну, наверное, да. Ну, конечно, заработал такую шоколадку. Только угадываем каждый сам. Хорошо? Ну, Владик мне поможет. Владик тебе поможет? Да. Владик, давай помоги. О, третий шарик у нас лопнул. Открывай полностью. Открывай давай полностью. И это. Я уже прочитал. Сладкие печенье. Так, нет, Владик. Немножечко тяжеловато, наверное, для Вероники будет. Но что делать? Сладкие печеные, глазури замоченные, тульские и разные, ажурно расписные. Кушают детишки, разломив на половинки, угостят и Танечку ароматным... Арбуз. Да не арбуз, а ароматным чем? Ну, Вероника, скорее угадывай, что это может быть? Что это может быть? Я не знаю. Ну-ка, подумай. Пряничка. Правильно, Вероника. И Вероника получает, сейчас найдем наши пряники, свой приз. Вот такие пряники. Ура! Ура! Так, ну а мы продолжаем.
складывайте все пока куда-нибудь. Давай, мама, пап. На пол. Давайте пока это сюда. Эй! О, синий шарик. Синий шарик. Так. Красивый фантик облачает, во рту сладка и вкусно тает. Все дети любят сладость эту, а зовут ее... Конфета. Конфета, правильно, Владик. Владик, вот такие конфетки разноцветные. Держи. Так, теперь, Илюша, какой ты выбираешь? Как, ты вот этот шарик выбираешь? Я думаю, это мама сюрприз какой-то. Какой-то сюрприз. Влад, будет смотреть, какой там у нас сюрприз. Влад, пускай он сам. Ой, аккуратно. Вот так вот бери. Аккуратно, аккуратно. О! Опять записка. У Илюши записки только и улетают. Так. Там варик. Хорошо. Какая же загадка у нас попалась для Ильюши? А желе дрожащее, сладкое, изящное, арбузное, клубничное, яблочно-брусничное и нежное, помадное, на любой вкус и лад, разноцветный. Что это? Но не зефир, а что еще? Мармелад. Мармелад, правильно, Илюша. Илюша получает вот такой разноцветный мармелад. Держи скорее. Так, а теперь очередь кого? Нашей маленькой принцессы. Давай. Владик поможет. Ты боишься сама? Какой? Розовый выбираешь? Ох ты, Владик, я сама не ожидала, как ты это сделала резко. Осталось вам по одному шарику. Хорошо. Так, давай. Что тут у нас, Вероника? Ой, это тоже что? Эти вкусные конфетки просто обожают детки. Сунул за щеку, соси и с собой везде носи. Вот растает, наконец, сладкий, вкусный. Что это такое может быть? Это... Конфета! Конфета! Ну, конфета! Какая конфета? Вкусный, сладкий, не подглядывай. Вкусная. Вкусная? Это... Вкусный, сладкий? Ладь, знаешь? Да. Какая-то. Ну, подскажи маленькой девочке нашей. А? Нет. Ну, как называется сам по себе он? Ну, он треугольный. Ну, какая разница, какого он формы? Он может любой быть формы, он может быть другой. Леденец. И Вероника получает свой арбуз, который она тут все грезила. Вот такой леденец. Мы продолжаем. И следующая очередь Владика. Осталось всего по одному призу. А тебе вот этот... Опа! Где наша записка? Ты выбрался вот этот шарик, да? Нет, вот этот вот оранжевый. Оранжевый, давай. И мне выпадает. Так, слушаем, Владик, загадку. Сухие тонкие печенья. Меж ними крем. Приятно пахнет. Отведав, просим с наслаждения хрустящие в глазури. Вафли. Вафли. Да. Верно. И Владик получает вот такие вафли. Вот тебе моя очередь последняя. Ну-ка, давай попробуем, что у нас там. Дайте на иголку. Так аккуратненько, аккуратненько. Держи, да. держи. Сам. Опа. Так, раскрывай, Илья. Осталось два приза. Кому же что попадется? Ой, интересное у Ильюши. Слушай внимательно загадку, Илья. Сбитых сливок облака, как воздушная река, вкусом покоряет мир. Пушистый, сладенький. А что это такое, пушистый, сладенький? Думай. Ну, давай твои предположения. Что ты... Ну, подскажи. Нет. А что ты думаешь, что такое может быть? Пушистый, сладенький. А?
Ну-ка, думай, 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 думай. Что это такое может быть? Мама сейчас уже достанет. Что это? Зефир. Где наш зефир? И Илюша получает большой зефир. Это я. А теперь ты, ну может ты сама уже лопнешь шарик последний? Да, не куплю. Два. Ну и ты два. Сейчас он третий лопает. И ты уже три лопнул. Ты будешь. Боишься? Ну пускай Илюшка лопнет сам за Веронику. О, вот это у Илюши все записки улетают. Как ты так умеешь только, Илья? Все три шарика, которые он лопал, все записки улетали. Так, Вероника, ну надеюсь, ты хоть что-нибудь отгадаешь у нас сама? Разные, крученые, с начинкой слоеные. Вкусно просто объедение. Это что? Это... Вафли. Не вафли. А что это может быть еще? Подглядывает, подглядывает, подглядывает девочка. Печенье. Печенье. И Ильюше достают... Ой, Веронике достаются печенье. Печенье. Все, наш ящик пуст. Все подарки свои получили. Смотрим, что у нас. Садись, садись. Сейчас посмотрим. Да, все свои подарки получили. Сейчас будет каждый с друг другом делиться, конечно. Ну а вас, зрители и подписчики, просим поддержать нас лайком. Это наше первое видео, челлендж. Будет очень приятно, если вы нас поддержите. Оставляйте свои комментарии. Будем очень-очень рады. Всем пока-пока!